Эксперты установили точную причину гибели Бекира Нибиева, который в сентябре совершил вооруженное нападение на подстанцию скорой помощи в Симферополе. Данные судебно-медицинской экспертизы свидетельствуют о том, что Нибиев, вероятнее всего, совершил самоубийство. Рядом с ним было найдено ружье, из которого преступник стрелял по медикам. По результатам полученной судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила предположительно в день совершения преступления. Причиной смерти явилось огнестрельное ранение левой области груди.